разгорается гнев. Так вот, в принципе, мы и победили данного крестоносца. Ой, блин, тут он накидал гранат, не знаю, как к нему подойти, добить его. Да, тактика боя, блин, ну, было сложновато мне, конечно. Но тактика боя была-то понятная, я думаю. То же самое, парирование обыкновенное, отпрыгнул, парирование, отпрыгнул. Когда начинает бросать гранаты, подбегаем, начинаем его бить. Если начинает, соответственно, восстанавливать свои силы, то же самое. Подбегаем, начинаем его бить. Ну и опять же меня спас мой костюм, который при ударе делает бум-бум, барабум, взрыв. Добиваем наверняка. Красивая анимация добивания. Смотрим. И вуаля. Один из крестоносцев ордена нами повержен. 9 трав могучего ватана. Бьет по змее, человека кусающий. Это молитва? Заклинание? Чё последние фразы как клятвы? Свинья хрякает, хрюкает. Лишь незаконченный мной заговор. Опа. И испарилась. Дух освобожден, значит, так. Так, открыть меню ордена. Air for Wing. Что-то нам там еще и дали, да? Подожди. Ну все, короче, победил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте меня своим друзьям, репостите. Всем пока-пока и до новых встреч.